травмопункте новогодняя ночь также выдалась спокойной. За праздничные дни сюда поступило чуть более 100 пациентов. Хотя даже в обычные дни эта цифра в два раза больше. Такое произошло впервые за долгое время, отмечают в травмопункте. Медики говорят, с точки зрения травматичности, новогодняя ночь прошла на редкость спокойно. Травматологи работают в штатном режиме. В целом, за сутки 31 числа к нам обратилось 45 пациентов. Это очень немного за новогоднюю ночь. И за сутки 1-2 числа обратилось 76 пациентов. Ни одного пациента, пострадавшего в результате взрыва пиротехнических изделий, не было. Не было также травм, зафиксированных по поводу отморожения, переохлаждения. В основном гродненцы пострадали от переломов, ушибов и вывихов. К слову, по праздничной традиции, большая часть пациентов получила травмы в состоянии алкогольного опьянения. Однако медики опасаются, что в ближайшее время в травмопункте вновь будет аншлаг. На этой неделе синоптики обещают резкое похолодание, на дорогах возможен гололед. Врачи рекомендуют в такое время носить устойчивую обувь и внимательно смотреть под ноги. А пожилым людям лучше вовсе не выходить на улицу без крайней надобности. –